Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохара Ванчакалпадару Вашакипасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангум Ланхайтигирим Яткипатамаханг Банде Парамананда Мадамам Бриндавай Тусидеппай Пиявай Кешавасача Шна бхакти паде деви сатто баттои намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудия Санкиртане кришна катхо упадеш Гаури апатрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамодакша Джагод Бхагавану Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Витаттихам Панутопал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чарнарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Беспорджита Гемапика Бабадушва Дерши Пурнану Рагара Сусагара Сара Мурти Сарати Камуи Када Кипами Кароши Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Бхишьяддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита Бхуджау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Ятакша Вишам Бару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бама Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушо Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаши Джасьястехидай Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Джева Муише Китасо Хидартха
Janesu Dehantaravartikesu Dehesu Jayatmo Jarati Matsu Na Priti Jukta Javadartha Soloke Jeva Mahishet Kitosohidartha Janesu Dehantaravartikesu Gehesu Jayatmo Jarati Matsu Na Priti Jukta Javadartha Soloke Gaurya Goshtipati Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупат Парамахамса Джагат Гуру сказал: для чего вы пытаетесь контролировать других? Почему бы вам сперва не научиться управлять собой? Сишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: зачем вы прикладываете усилия, чтобы контролировать других? Почему бы вам не следить за собственным поведением? Почему бы вам не обратить внимание на себя? Я занимаю пост ачари, поэтому это является моими обязанностями. Исправлять других не важно. Шрила Прабхупада много раз говорил, что не нужно выискивать недостатки в других. Это очень опасно. Постарайтесь найти недостатки в себе. Постарайтесь увидеть недостатки в себе. Природа обусловленной души такова, что она ищет недостатки в других, она видит их, но свои собственные проблемы не замечает. Именно поэтому-то мы не прогрессируем. Парамахамса Гуру Вайшнавы настолько чисты. Их можно сравнить с лебедем. Вспомните, еще я рассказывал о том, что мы с вами собирать мед не можем. Не можем производить мед, не можем собирать нектар для меда. Это могут делать только пчелы. И точно так же у лебедя есть особое качество, благодаря которому он может отделить молоко от воды. Если вы в ванную емкость нальете молоко с водой, он сможет извлечь из нее молоко. Парамахамса Гуру Вайшнавы всегда счастливы. Они всегда пребывают в трансцендентном блаженстве. Обусловленная же душа счастье испытывать не может. Почему же? Почему обусловленная душа страдает? Потому что ей она не может вынести ту ситуацию, в которую она помещена. Гуру и Вайшнавы, видя страдания обусловленной души, также не могут просто смотреть на это. Прабхупад много раз говорил, что нам необходимо думать, что любая ситуация, в какой бы я ни оказался, это благословение Бхагавана. Какие бы трудности ни пришли в мою жизнь, их посылает Бхагаван, возможно, для того, чтобы проверить меня, проверить мою преданность Ему. Без проверки Бхагаван не может принять кого бы то ни было.
Все инкарнации Господа устраивают проверки своим преданным, но в особенности это делает Кришна. Кришна умышленно помещает нас в трудности, посылает нам проблемы для того, чтобы проверить нас. Такова его природа. И нам не нужно жаловаться. На самом деле, те, кто по-настоящему совершает Кришна-бхаджан, не имеют никаких проблем. У них нет проблем. Они ни на что не жалуются. Я никогда не хотел стать гуру. Сейчас я сижу на Вьясасане и перед Туласи, перед Бхагаватом. Я не могу сейчас лгать. Я говорю, что я никогда не хотел стать гуру. Более того, я никогда не позволю вам стать гуру. Я хочу, чтобы вы стали учениками. Учениками первого высшего уровня. И мое желание стать учеником, настоящим учеником моего гуру Махараджа. Учеником высшего класса. Что подразумеваю под этими словами? По-настоящему исполнять наставления Прабхупады. Исполнить желание сердца Прабхупады. Если вы пообещаете мне, что вы хотите по-настоящему обладать желанием стать учеником гуру, я с вами. Но если вы хотите стать гуру, я не могу вам помочь. Много раз я говорил вам, вы должны говорить Харикатху после того, как услышали ее. То есть вы услышали Харикатху, и потом должны говорить Харикатху. То есть этой просьбой я... Этим наставлением я говорю вам, что при помощи этого вы сможете еще более глубоко погрузиться в Харикатху. Моя Харикатха — это мое главное служение моей Гуру Варги. Я слуга. Я слуга. Я никогда не хотел стать выдающимся спикером Джагат-гуру. Вы можете проверить меня. Это не в моей природе. Я никогда не хотел стать гуру, стать ачарьей. Бхагаван Шри Кришна хотел, чтобы Удава Махарадж говорил Харикатху. Он сказал, твое поведение, твой пример поможет. То есть те стандарты, которым ты следуешь, помогут тебе говорить Харикатху. Читание Махапрабху дает нам условия. Если вы являетесь Тринадапи, только тогда вы можете говорить Харикатху. В противном случае нет, я не позволю говорить вам Харикатху. Если вы не повторяете 64 круга, я не могу позволить вам говорить Харикатху. Да, в Иштагоштхе можно собираться, и каждый будет говорить. То есть вы тем самым сами себе в Иштагоштхах помогаете продвигаться. То есть наша Харикатха не направлена на то, что мы должны занимать главенствующее положение, то есть при помощи этой Харикатхи стать гуру. Нет, мы при помощи нашей Харикатхи хотим стать настоящими учениками. Я хочу находиться под контролем Господа, под контролем моей Гуру Варги. By watching
Мой Гуру Махарадж никогда ни на кого не оказывал давления. Преданные, просто видя его божественное положение, склонялись перед ним, занимали смиренное положение. У Наполеона, к примеру, было такое настроение, что каждый должен склониться передо мной. Так это не является вайшнавским настроением. Я, к примеру, никогда ни у кого не просил, не прошу, чтобы кто-то совершал служение. Даже когда кто-то мне совершает служение, я, честно, я чувствую себя не стыдно. Мне стыдно принимать служение от кого бы то ни было. Если вы думаете, что вы служите мне, это глупость. Я на самом деле служу вам. Я служу вам. Вы этого не понимаете, но я служу вам. Я прихожу сюда и сажусь на вьясасану с настроением служения. Во время Прабхупады Хайгрив Брамачарья пришел к Прабхупаде. Он пришел очень грустным и спросил: «Мы не можем больше тут оставаться. Почему? Мы, по вашей милости, пытаемся проповедовать. Мы собираем пожертвования, мы проповедуем славу Гаудия Матха, распространяем учение Чайтанья Махапрабху. Мы стараемся что-то сделать для Гаудия Матха, но вы просите нас дать собранные нами пожертвования одному человеку. Но мы не можем сделать этого. Главная проблема человечества — это пратиштха. Именно из-за нее мы не можем совершать харибаджан. От нее очень сложно избавиться. Даже спустя долгие годы практики она может присутствовать в сердце, может оставаться в сердце. А гуру и вайшнавы очень четко видят ее в наших сердцах. Именно поэтому они ругают нас, хотят контролировать нас в нашей деятельности. То есть мы не можем продолжать, потому что те деньги, которые мы собрали, те пожертвования, будут направлены не... То есть если мы отдадим этому человеку, то он будет неправильно использовать их. И Прабхупад сказал им: «Вы что, глупые? Думаете, я не знаю, что говорю? Вы думаете, я не понимаю, что я прошу вас делать? Вы думаете, я не знаю, кто чем занимается?» Я просто так эту ситуацию пытаюсь держать в руках, чтобы... устроить. Я прекрасно знаю все, что происходит, но я пытаюсь сделать так, чтобы проповедь продолжалась. Если вы думаете, что я чего-то не знаю, вы не правы. Я знаю, что этот человек не имеет недостатки. Я знаю, что он несовершенен, но я знаю, что со временем мы будем стараться исправить его. Прабхупад сказал: «Мой вопрос к вам. Какое вам дело?» Да, он неправильно будет использовать деньги, да, хорошо, но вам-то какое дело до этого?
Вы думаете, вы лишитесь своего баджана, если он неправильно потратит эти деньги? Просто совершайте баджан. Я тут, я именно для этого здесь. Я люблю вас. Моя любовь с вами. Так зачем вы переживаете об этом? К примеру, стервятник. Очень терпеливое животное. Простите, птица. Она очень долго может удерживать внимание на своей жертве. Но суть в том, что не на жертве, она очень внимательно часами может выискивать пищу для себя. То есть она очень сконцентрирована, но сконцентрирована на грязных вещах. То есть ей нравятся трупы. И мы должны совершать хари-баджан с таким же вниманием, но сконцентрировавшись не на грязных вещах. Что на самом деле беспокоит? Вы сами себя беспокоите в баджане. Что мешает нам летать, как свободная птица в небесах? Как Чайтанья Махапрабху и его преданные, они ни о чем не переживали. Они постоянно пребывали в трансцендентном блаженстве, в ананде. Если мы знаем технику, при помощи которой мы можем накапливать, собирать ананду, как это делает Парамахамса Гуру, мы хотим следовать Парамахамса Гуру. И они обучат нас этому. И мы должны немедленно приступать к этому. Жизнь очень коротка. Нет времени растрачивать жизнь на глупости. Мы должны сконцентрировать свое внимание на хари-баджане. Обсуждать татва-сиддханту. То, что говорят гуру вайшнавы, необходимо переварить то, что они говорят. Но не просто переварить. После переваривания вы должны вобрать в себя. То есть, имеется в виду, из пищи, которую вы переварили, тело должно взять в себя все полезные вещества, витамины. То есть, прежде всего, происходит переваривание, нам необходимо переварить хари-саттху, но более того, мы должны извлечь из нее питательные вещества, которые поддержат нас. А просто слушать хари-саттху бессмысленно. Просто так слушать, не переваривать ее, не извлекать полезные вещества, необходимые для нас. Какой смысл? Шлока, с которой сегодня начал, очень важна. Бхагаван говорит, если я установлю любовные взаимоотношения с Нитянандой Гаурангой, естественным образом все мои материальные интересы будут отсеяны. Ничто в материальном мире не будет беспокоить меня. Точно так же, если мы установим любовные взаимоотношения с Прабхупадой, нашей Гуру Варгой, с теми, кто по-настоящему следует ему, у нас не будет никаких материальных проблем. Материальные обстоятельства не будут беспокоить нас, я гарантирую это. Материальные проблемы перестанут беспокоить вас. Материалисты думают, что проблемы, то есть материя очень важна, то есть это что-то очень значимое для нас. Да, мы в материальном мире, и, естественно, мы не можем избегать соприкосновения с материей. Но материя на самом деле не может нас погрузить в проблемы. Проблема является наша привязанность к материи.
То есть люди считают материю проблемой. То есть, о, роскошные апартаменты, я если поселюсь здесь, то лишусь своей вайраги. Нет, дело не в этом. Дело в привязанности к материи. Мы, на самом деле, сами себя погружаем, толкаем в эти трудности. И привязанность, и отречение в равной степени являются препятствием для нас. Все зависит от меня, насколько я готов быть рядом с Прабхупадой. Все очень просто. Пусть люди занимаются тем, чем хотят. Какое нам до этого дело? Кто мешает заниматься баджаном вам? Просто совершайте баджан, и все проблемы уйдут. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад много раз говорил. Я хотел изменить вашу судьбу, вашу удачу. То есть удачу, которая предписана вам по судьбе, она очень невелика. Я хотел изменить это. Я хотел предоставить вам редчайшую возможность. Но вы, чем занимаетесь вы? Вы просто сжигаете то небольшое количество удачи, которое у вас есть. Не думайте так, что если у вас есть деньги, вы можете поехать Гуру Вайшнавам и так просто вступить в общение с ними. Нет, все не так просто. Все это устройство Нитьянанды. То есть без его милости это невозможно. Если вы получили общение с Гуру Вайшнавами, это только исключительно благодаря Нитьянанде. Не будьте так высокомерны, думая, что вы можете сами прийти к вайшнавам и получить общение с ними. Нет, это происходит только по милости Гуру, только по милости Нитьянанды. Много-много случаев, когда люди уже приходили к чистому преданному, но затем отказывались от него, отвергали его. И наоборот, когда встречались с обманщиками, очевидно было, что это обманщик, что это непреданный, его принимали как за чистого преданного. То есть, как говорит Бхактивинода Такур, люди могут быть обмануты и таким, и таким образом. Оба. Варианты опасные. Если вы отвергнете чистого преданного, или если вы примете обманщика за чистого преданного, опасно. Оба эти варианта опасны. На сегодняшний день у нас один главный вопрос — как совершать баджан? По всему миру стоит этот вопрос. Если вы сможете осознать славу Гуру и Вайшнавов по-настоящему, смирение, естественно, придет к вам. И в то же время
Те, кто осознает высшее положение вайшнавов, не говорят много. Они предпочитают много не говорить. Милость не зависит от денег, от положения в обществе. Не думайте так, что тот, кто дает больше пожертвований, тот получает больше милости. Нет. На самом деле, милость даже не нужно просить. Гурупад Падма говорил, что нет смысла просить милость. Вайшнав видит и понимает. И в соответствии с вашей потребностью, вайшнав наделяет вас милостью. Гурудев знает сердце каждого. Искреннему ученику он дает свою милость. Люди думают, что личные слуги, гуру, обязательно получают настоящую, его настоящую милость. Но это не всегда так. Вчера мы обсуждали то, кто есть настоящий ученик. Настоящий ученик — это тот, кто исполняет, тот, кто знает сокровенное желание Шри Гуру, желание его сердца. И тот, кто исполняет его. То есть, прежде всего, необходимо понять его, понять сердце Шри Гуру, а затем исполнить его сокровенное желание. А затем придет милость. Милость — это... Как только вы получите милость Гуру и Вайшнавов, вы получите милость Бхагавана, поскольку они не отличны. Итак, Бхагаван Шри Кришна хотел, чтобы Удава стал Ачарьей. Ачарью не выбирают. Мы знаем случаи, когда гуру не говорил, не давал наставления стать ачарьей, но вайшнавы становились. То есть кто-то по своей собственной воле становился ачарьей. И такое настроение «я хочу стать командиром в обществе, я хочу стать начальником» очень опасно. Никогда не старайтесь контролировать других. Старайтесь контролировать себя. Мы хотим находиться под контролем гуру и вайшнавов. Мы не хотим контролировать других. Бхагаван Шри Кришна хотел, чтобы Удава Махарадж стал ачарьей материального мира. Кришна знал, что Удава несравненен. Он знал, что он считал, что Удава не отличен от него. Удава знает мое сердце, думал Кришна. Поэтому именно он должен стать ачарьей. Далеко не каждый может стать представителем Господа. Прежде чем выбрать кого-то,
необходима проверка, ему необходимо пройти проверку. Кандидату необходимо пройти проверку. И проверка, то есть тот, кого проверяет, не всегда понимает, что это и есть проверка. То есть не так-то просто стать представителем. Представитель гуру, например, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Вамана Госвами Махарадж. Они практически не отличны друг от друга, потому что они настолько близки, их сердца находятся в такой гармонии. Таким образом, Кешава Госвами Махарадж, Вамана Госвами Махарадж является представителем Шрила Кешава Госвами Махарадж. Один преданный из Англии, к примеру, очень-очень умный. Примерно он столько шастр наизусть знал. 20 лет назад, примерно, когда я встретился с ним, он не выражал мне почтения. Но я не ожидал никакого почтения. Мы просто сидели и обсуждали Сиддханту. И в нашем разговоре я понял, что он хочет... То есть он в таком настроении, что хочет научить меня. То есть он не в настроении слушателя, а в настроении спикера, говорящего. Вспомните лилу с Сарамом Бхаттачари и Махапрабху. Итак, мы с ним сидели, он говорил так много-много возвышенной Сиддханты, а я сидел и слушал. Сейчас я... Думаю, может быть, он у своего духовного учителя научился. То есть, затем, спустя какое-то время, я узнал, что этот человек захотел стать ачарьей после ухода своего гуру. И он, более того, он стал оказывать давление на своего гуру, чтобы он назначил его ачарьей после ухода. То есть, чтобы он назначил его вместо него. Когда его гуру этого не сделал, он оставил саньясу, оставил все и ушел, начал семейную жизнь. Вот это и есть их гуру сева. То есть это как контракт, то есть они как будто бы подписывают контракт. То есть если вы для меня сделаете это, я для вас сделаю это. Вы мне дадите это, я дам вам это. А Гурудев прекрасно знал. Гуру, настоящий гуру никого не держит. Вы можете остаться, можете уйти. Это зависит от вас. If you hear their quality, you can go mad.
Многие ученики Прабхупады оставили его, отказались от него, отреклись от него. Я также сталкивался с подобными ситуациями, когда от меня отказывались, меня отвергали как мусор. Но я всегда стараюсь придерживаться настроения, что все, что мне надо, это гуру крипа. Я хочу только гуру крипу, мне больше ничего не нужно. Ни денег, ни уважения, ни почета, ни положения в обществе. Все, что я хочу, хочу обрести милость Шри Гуру. Но когда я говорю харикатху, говорю строго, люди считают, что у меня нет смирения, что я лишен смирения. Да, может быть, они правы, но Прабхупад сказал, до тех пор, пока у вас не будет стопроцентного предание лотосным стопам Гауранги Махапрабху Бхагавану, вы не сможете говорить бесстрашно. Потому что люди, вы будете переживать о том, что подумают другие. Прабхупад объясняет, что вот это вот такое поведение, что «О, Махарадж, Дандават, Дандават» — это не смирение, это, возможно, лицемерие. Смирение, тринадапи, означает получение милости от Гуру Варги для того, чтобы говорить. Как только вы начнете думать, что вы говорите харикатху, опираясь на свои возможности, то есть это ваши способности, то есть вы такой умный, что можете говорить харикатху, в этот же день вы пойдете. Нужно понимать, что харикатху вы можете говорить лишь при помощи Гуру Варги. What to do? So Bhagavan Sri Krishna is going to appoint Uddhavji as a representative. Итак, Бхагаван Шри Кришна назначил Удаву своим представителем, потому что он был полностью уверен в том, что Удава единственный, кто может справиться с этим, с этой миссией. Он знал, что он думал, что я и Удава не отличны друг от друга. Но когда Кришна сказал ему о том, что он должен остаться в материальном мире и выполнить эту миссию, Удава был поражен, убит горем. Но, как мы знаем, ученик обязан исполнить желание Шри Гуру. У него не должно быть личных желаний, не должно быть личного мнения. У вас не должно быть личного мнения, личного желания, личной сиддханты, то есть личной философии. Нет. Что сказал Шри Гуру? Его ачаран, его идеалы должны стать вашими идеалами. Вы не должны сами создавать, изобретать философию. Если вы станете делать это, вы, значит, вы падший. Если ваша Гуру Варга никогда не говорила чего-то, как вы смеете говорить, это? То есть вы должны в точности повторять слова Гуру Варги, вы не должны допускать ни единого. То есть вы не должны добавлять своего.
Если вы не установили отношения с Гуру Парампарой, у вас нет права говорить Харикатху. Вы должны повторять один лак святых имен, чтобы говорить Харикатху. И в то же время вы должны в точности следовать тому, о чем говорите. All nice prasadam. Prasadam is always nice, but to convey, nice prasadam, Gurudev like to give to devotee, and he like to take very simple thing to protect body. This is the nature of Gurudev. Gurudev is not greedy. Chaitanya was always speaking, hey, you give all cake and everything to the devotee, you give lapra. A banjo, sabji to me, and sweet down, I give me nicer. To them you can, you give them, they like to get it. Mahaprabhu speaking, you can go to Chaitanya. No, you can give all cake and sweet prasadam to those devotees. You give me this thing. It's the nature. Правда, Махапрабху была раздать все преданным и ничего для себя не оставить. Наша Гуруварга также, они принимали очень скромный просад, а всех преданных кормили роскошными явствами. Такова природа садгуру. Вспомните этот стих из Гурваштакам. Мы поем его, но никак не осознаем, никак не применим в своей собственной жизни. Мы очень здорово умеем петь, танцевать с караталами, но вопрос в том, осознаем ли мы то, о чем поем. Прежде чем совершать киртан, необходимо осознать его. Читание Махапрабху было совершенно неинтересно, кто как играет на мриданге, кто выше всех прыгает в киртане. Читание Махапрабху обращал внимание на сердце, он смотрел в сердце. Поэтому Прабхупад порой просил петь киртан тех, кто особо не умел петь. Почему? Ведь рядом сидели преданные, которые пели замечательно, а вот этот преданный не умел. Но Прабхупад просил именно его. Почему? Почему? Каково настроение Прабхупад? Ради чего он делает это? Гуру и вайшнавы никогда не смотрят на внешнее. Не смотрят, не обращают внимания на ваше образование, на ваше положение в обществе. Они смотрят на ваше сердце. Если ваше сердце чисто, если вы можете быть некрасивым, бедным, у вас полно, может быть, недостатков, но Гуру смотрит на ваше сердце, если в нем есть предание. Мы поем, но мы не обращаем внимания на значение киртана, на глубинный смысл. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. По твоей беспричинной милости, Гурудев, ты даровал мне место в Годруме. Come to me.
Я могу попросить всех вас петь, каждого из вас, но это еще ни о чем не значит. Ведавьяса пригласил весь мир присоединиться к нему и воспевать. Прабхупад объясняет, что Ясадева Госвами был беспристрастен. Он звал каждого и хотел вместе со всеми воспевать славу Бхагавана. Он не делил людей, не разделял людей на общество. Каждого, каждый был приглашен. Но условие одно — нишкапат, то есть отсутствие лицемерия. Необходимо. То есть, когда нет лицемерия, придут все, сразу же придут все благие качества. Как поется в этом киртане, если мой Гурудев, если мой Гуру Пада Падма захочет подсчитать, сколько хороших качеств у меня есть, я пропал. То есть у меня нет хороших качеств. Но в чем высшая милость Шри Гуру? Он не обращает внимания на наше на отсутствие в нас хороших качеств. Он смотрит лишь на отсутствие лицемерия. То есть ты хотя бы чуть-чуть искренний, приходи. Пожалуйста, приходи. И вместе с тем, со временем придут все благие качества. Ты поете киртан, вы помните эти строки? Йогита Вичария. Бхактивинода Тхакур пишет, «Мой Гуру Пад Падма по своей беспричинной милости дал мне место здесь, в Годруме». Бхактивинода Тхакур жил там, на том берегу, в Годруме, и совершал там киртан. Воспевая славу Бхагавана, я могу Получив брахманический шнур, некоторые возмущаются, почему ты меня не пускают там в такой-то храм. Но Прабхупад объясняет, что брахманический шнур дан не для того, чтобы вы стали... То есть брахманический шнур дается для того, чтобы вы какие-то минимальные качества брахманические обрели. А не так, что вот вы получили брахманический шнур, а теперь вам позволено все, потому что вы полноправный брахман. Шридхара Госвами Махарадж часто говорил, будь осторожен. Одному своему последователю, будь осторожен, не позволяй всем подряд, кому попало, заходить на кухню, кому попало быть пуджари в матхе, кому попало сидеть на вьясасане, то есть говорить харикатху в матхе. И в этом, в этих словах, наставление Шрилы Дживы Госвами под нашего Татва-ачарьи нельзя позволять кому попало осуществлять эти вещи. Существует два вида проповедников. Тот, у кого есть желание обрести протишку в сердце, а у второго полное безразличие к тому, что о нем подумают. Он просто повторяет то, что слышал от своей Гуру Варги. Прабхупад говорит, если вы изобретаете новые правила и предписания, вы идете на большие риски.
Но если вы следуете, четко следуете Гуру Парампаре, если вы повторяете лишь то, что услышали, никто не причинит вам вреда, потому что вся ответственность за ваши слова ложится на плечи Гуру Варги. Прабхупад, это ты сказал мне говорить это, я просто повторяю, я просто следую тебе. Поэтому вся ответственность за то, что за вашу проповедь ложится на плечи Прабхупады. Но Прабхупад объясняет, что если вы хотя бы что-то изменили, вы сами вынесете за это ответственность. Но мы не должны идти на риски. Мы почтальоны. Письмо приходит, а мы его доставляем. Я почтальон, я принес вам письмо, а вы меня бьете? Бьете за то, что я принес вам печальные новости? Все, что я сделал, просто доставил его. Я никак не ответственен за содержимое. Точно так же я не ответственен за мою харикатху. Вся ответственность лежит на Прабхупаде. Они сказали мне говорить так. Сказали следовать правилам, что не повторяя один лак, нельзя говорить харикатху, нельзя говорить о том, чему ты сам не следуешь. Нет никакого права говорить то, чему вы не следуете. Итак, Удхав Махарадж был совершенен. Такая личность необычайно редка. В обществе Гаудеев также очень сложно найти истинного представителя Шри Гуру. Несмотря на то, что Прабхупада говорила, что ачарью не выбирают при помощи выборов. Не назначают при помощи голосования. В наше время эта система существует. Bhagavan Sri Krishna wanted to appoint Uddhav as a representative, as his. Итак, Бхагаван Шри Кришна хотел оставить Удхава в материальном мире как своего представителя. What is the secret thing? Bhagavan thinking Uddhav is non different from me. I want to give such a property to Uddhav. Он думал, я, поскольку Удхава не отличен от меня, я хочу вручить ему сокровище, сокровище Гопи Премы. Uddhavji Maharaj putting so many questions. So now Bhagavan like to speak something about the magic spell in this devotional society. In this devotional world, some secret thing, magic spell, which is impossible. How I can believe? Going to speak. What is it? First of all, Bhagavan Sri is speaking to Uddhav, Uddhav. Naro, naro dhayati mam yog bachin. No rodayati mam yogo no shancham dharmo evacha no sadhayo stapostago nestu purta nadakshina. Uddhav, you think Bhagavan Shri Krishna говорит Удхаве, Удхава, ты думаешь, что you think this kind of recitation of Veda can satisfy? You think somebody going to меня могут удовлетворить вознесение ведических гимнов или следование Шанкхи-дхарме
Сангхья-йоге. Или аскезы. Или ты думаешь, что благотворительность может удовлетворить меня. Это не так. Никакие враты. Хотя мы знаем, что если следовать Экадаше должным образом, можно полностью удовлетворить Господа. Различные аскезы, пожертвования, вы думаете, что это может принести мне удовлетворение, но да, до какой-то степени это удовлетворит меня, однако садусанга — это высшее, что, то есть это то, что доставляет мне высшее удовлетворение. Сатсанга — это высший процесс, при помощи которого люди могут подчинить меня себе, говорит Кришна. Кришна объясняет, что многочисленные демоны и даже животные достигли бхакти, обрели бхакти. К примеру, животные даже говорить не могли, но обрели бхакти, в то время как не каждый браман обретает бхакти, получает милость. Но именно благодаря сатсанге даже животные достигли успеха, достигли моих лотосных стоп. Возможно, они бы не были совершенны, но в конце концов они достигли величайшего успеха. Many of them
Many of them, they were successful to get my lotus feet. Bahubo, by many people. Bahubo padam prapta. Prapta mane, already they got my lotus feet. Многие обрели мои лотосные стопы. Трашто, трашта кая дхавадайо, трашта нандан, ху бриттасу. Вритрасура Траштанандан обрел мои стопы, достиг моей лотосной стопы. Каяду, мать Прахлада Махараджа, Арджуна порой Кришна называет Каунтея, то есть сын Кунти. Это своего рода прозвище. И также он называет его Каяду Нандан, сын Каяду, Прахлад Махарадж. Бали, его внук, Бибишан, брат Раваны, Сугрива, друг Ханумана, друг Рамачандры, Паван Путра Хануман, Гаджендра, Джатаю достиг лотосной стопы Рамачандры. Это много примеров. Кубджа. Знаете Кубджу, которая жила в Матхуре? У нее она была горбунья. Бхагаван Шри Кришна спросил с Баларамом, можешь дать нам чандан? Да, могу. И она дала чандан, чтобы умастить их тела. Они были очень довольны этим, и таким образом она достигла совершенства. Йоги-апатни. Жены браманов, которые проводили яги. Я уже говорил об этом. Никто из них не принимал гуру и не служил ему. Никто из них не изучал Шрути, Смрити, Упанишады, не читали Веданту. Они были неграмотны, большинство из них были неграмотны. Они не соблюдали врата, не совершали аскезы. Лишь по милости сатсанги они достигли успеха для того, чтобы успеха и достигли мои лотосные стопы. Somebody gone through great astrogian finances.
В то же время есть те, кто приняли саньясу, совершали аскезы, делали большие пожертвования, но так и не достигли меня. Были среди них великие спикеры шастр. Даже рекламируя шастры перед публикой, невозможно достигнуть меня, говорит Бхагаван. Лишь при помощи сатсанги это возможно. Вритрасура обрел общение с Баларамом. Прохлад с Нарада Махараджем. В то время, когда он был в лоне своей матери. Вишвапарва был, его мать оставила его в лесу, но Риши и Муни вырастили его, и таким образом получил саду сангу. Бан was very possible, but after that he was successful to get Бан. Мойдано was a great demon, who was a technician, number one engineer. Even the engineer of those demigods, they are failure in front of him. The engineer, technician. Вишвакарма — это зодчий с райских планет, зодчий полубогов. Но на Земле жил настолько талантливый зодчий, что даже Вишвакарма не мог с ним сравниться. Брихаспати — гуру всех полубогов. А Шукрачарья — гуру демонов. И то есть Вритрасура превосходил Шукрачарью, потому что он знал какие-то определенные мантры, мог даже воскресить умерших. Шукрачарья этого не мог. Шукрачарья, Брихаспати послал, то есть для того, чтобы обучиться тому, что не умел сам Брихаспати, он отправил своего сына к Шукрачарье. Итак, этот зодчий, выдающийся зодчий, который жил на земле, достиг успеха благодаря общению с пандавами. Он строил дворец для них в Индрапрастхе. Palace was constructed under the supervision
построил новый дворец. И так он, благодаря этому проекту, он смог получить общение с Юдхиштхирой Махараджем, Накулом, Сахадевой и так далее. Бибишана получил общение с Лакшманом и Хануманом. Хануман получил общение Лакшмана, Джатаю. Дашарадхи Махараджа, отца Рамачандры. Когда Ситадеви была похищена, когда Равана похитил Ситадеви, Джатаю увидел их и полетел, чтобы спасти ее. Состоялась большая битва, но Равана смог отрубить крыло Джатаю. И тот упал на землю. Он истекал кровью, но ждал Рамачандру, встречи с Рамачандрой, когда Рамачандра придет для того, чтобы передать ему случившееся, чтобы рассказать ему о том, что произошло, что это Равана похитил Ситу. Он терпел свою боль, то есть он не умирал до тех пор, пока не встретил Рамачандру, пока не пришел Рамачандра. Когда же Рамачандра пришел, Рамачандра сразу же выразил почтение, поскольку Джатая был другом его отца. Дашарадхи Махараджа спросил, в чем, что случилось, и Джатаю рассказал им обо всем, о том, что он не смог спасти Ситу, и попросил благословения оставить тело. И так он получил даршан Рамачандры. Сугрива также достиг успеха, получив общение Лакшманджи. Джамбуван получил общение. С Лакшманом. Кубджа также общалась с преданными, получила их даршан. Жены браманов общались с Малини. Малини собирала цветы и плела гирлянды, продавала их, так зарабатывала себе на жизнь. Она собирала цветы и каждый день пела о славе Кришны Баларама. Слышат такие замечательные прославления Кришны из ее уст, жены браманов стали преданными. То есть благодаря общению с ней они стали преданными, обрели бхакти. Итак, все они достигли меня. Все это благодаря благоприятному общению. Но все они, все, хотя все они получили, достигли лотосных стоп Шри Кришны, у каждого был свой путь.
Например, то, как это сделали Ягьяпатни, отличается от процесса Вритрасуры. Поэтому в Брихат-Бхагаватамрите на протяжении долгого времени, то есть очень долго я объяснял под руководством Санатаны Госвами, что в этом мире существует огромное количество преданных. И каждый из них по-своему приходит к Кришне. У каждого есть своя особенность. Об этом поговорим завтра, но сегодня я остановлюсь. Завтра мы поговорим о особенностях преданных, о том, как Муни и Риши в Лисунанда Каране обрели, в конце концов, стали гопи. Постарайтесь запомнить и переварить то, что вы услышали. Если у вас получится сделать это, вы достигнете успеха.